Всем привет, дорогие друзья, с вами Деникман, и сегодня... Сегодня мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2, и блин! Тут призрак перец стоит 100 гемов, а у меня как раз нету 100 гемов, и у меня 0, и мне не хватит! Блин! 5 дней пройдет, и я так и не накоплю, ну ёлкины-палкины! Я не знаю, что мне делать. Ну, смириться. Мне гемы вообще не падают. А зря гемы. Хочешь гемы? Да. А они тебя не хотят. Я знаю. И играем мы в ивентик сейчас. Почему музыка не он не стоит? Ну ладно, плевать. Файер. Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Куда пошли? Эй-эй-эй, они сейчас взорвутся. Их вообще убить реально. Второго уровня горохострела убить тупо не могли сейчас. Хочу заметить, два горохострела. Чикен! Дай. Дай. На изи. Вау! Сюрприз! Сюрприз! Вау-вау-вау-вау! Что творится тут? О, брейкданс! Бить его! Check out the breakdance! Не нравится мне! Обычно под эту музыку идут гаргантюа. Не просто гаргантюа, а опасно! Я забыла, что она делает. Ну-ка давай! Всех зомби давай! Чё? Она поводила! What? Чё сейчас было? Так, это растение превращает зомби в споры. Давай, действуй! Скотина, действуй! Чё ты бездействуешь? Да и вообще пофиг. Идёт уж жуткий пофиг. Давайте, стребите их всех. О, нет, не-не-не-не. Не надо, не бомбите меня. Чё эти и тут? Чё здесь творится? Короче, займись всеми. Я тебе доверяю. Их слишком много. Не трить, мазрить. Мне кабзда. Ау. Никого, я не выиграл этот раунд никогда. Май гад. Они приближаются. Надо эти линии защищать. Они более доступны. Так, здесь все окей. Так. Отлично. Ау, ау, ау. На. Так, так, живите, живите. Эй, 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 пошел нафиг. Фух. Так, нандом. One, two, three, four. Точнее, свой. Сколько золотишка я просрал! Блин. О, у меня этого лука уже до хрена. Фух. Я так вздохнул, потому что я только что бегал. Решил отдохнуть и поснимать. О, у меня что-то тут есть. О, я забыл, я же могу их апгрейдить. Круто. Типичность. Типичная качанопулька. Тебя цветаром тоже апгрейдим. Погнали. Блин, как же я устал. Вперед. Такс. Ну, на изи. Возьмем его, его. Нет, голову оставил. Ты уходишь нахрен. Ты идешь с нами. Если ты хочешь использовать Power Up, ты можешь купить его за монеты. Просто нажми на это поле внизу.
И ты в бизнесе? Ну, круто. Да, они стали дешевле. Раньше эта желтая хрень стоила 1000, теперь на 950. На целых 50 монет сократили. Как много. О, и это самых первых частей стоило 800, вот это зап. Теперь ее решили вернуть. А, нет, все было наоборот. Что-то я вообще заговорился. Короче, все было наоборот. Раньше была такая зеленая хрень, которая просто нажмешь на зомби, и она его убивала. Убивала нескольких зомбей. Ее убрали. Теперь она стоила 800, теперь 800 стоит вот этот зап. Снег стоил 1500, его снизили на очень большую цену, аж 1150. И 1200 стоила вот этот желтая хрень. Теперь она стоит на... Ну, 950 стоит, раньше стоило 1200. Тут заговорился я. Мне надо обороняться от этих зомби, я тут болтаю. Безумно. Так. На, походу, что-то. Отлично, я кача на пульт. Конфитку просто. Fire! Так, отличная армада растений у меня получается. Kill him now. Fire. Еще fire. А, лишний fire. О, пиньятка! Такс. О, 3000! Ебой! О, качана. Качан, говорю. Капуста бокс. По крайней мере, так я ее называю. Да. Я знаю этот левел. Его тоже на еде сделаю. О, круг. О, хорошо. Здесь нету зомби. Ты что, слепой, что ли? Неправильно. Они используют камуфляж. Это значит, они используют верблюдофляж. Хм, хорошо сказано. Опа. На. Так. Yes. Good. Very good. Оп. Нет. Да. Нет, да. Good. No, not good. Yes, good. Very good. Ладно, у меня Russian канал, not English, Russian. Yes. Да какой yes, да! Оп. Это на изи. Есть, конечно, уровни, которые совсем не на изи. Но я прохожу их на изи. Логично. Так, не так, вот так. Вот, чтоб красиво. Стоп. Такс. Вот так вот. Так, это нам повестка от зомби. Избей всех зомби. Мой гагл транслейтер. Мой гагл переводчик. Или гьюгл. Я не знаю, пусть будет гугл. Мой гугл... Хотя нет, мой гагл переводчик идентифицирует, что зомби... У зомби есть план. Это зомби-девочки? А, нет, девочки. Girl, блин. Гриль там написано. Это зомби-гриль? Да. Чё, мы люди любим жареную курочку. Они любят жареные мозги. Дзен-сад не просто для выращивания золотосветов.
Ты можешь также выращивать мега сильных пробуснутых растений. Улучшено. Но улучшенные растения доступны один раз в одиночном уровне. Подсолнышко. Твой подсолнух вырастет тоже, но ты можешь взять его. Я не знаю, что она говорит. Попробуй больше гемов, чтобы ускорить его. Да, сейчас попробуем. Отлично. Мань. Что ж, посмотрим, что у нас. Так, ну мы все сделали. Всем спасибо за просмотр. Ожидайте новых видео. Всем удачи и всем пока. А этого Гаргантюа мы завалим в следующем выпуске.